Всем доброго дня! С вами смотрщик Лёха. Вот уже целый месяц я отсутствовал на основном канале. И это было связано с тем, что погода, которая предсказ по бабушкиным коленям, показывает более точный прогноз, чем современные технологии. В общем, раскопал свой участок и пошли дожди, которых не было в Яндекс.Погоде, и мое недельное быстрое увлечение превратилось в полноценный месяц. Когда я закончил свои раскопки, я уже полноценно вернулся к отмостке, которая строится вокруг моей мастерской. В предыдущий раз я показывал, как я утеплил и хотел приступать к цоколю, но четвертая сторона была не полностью готова, в общем, к ней и возвращаемся. Я хотел, чтобы часть отмостки, которая граничит с дорогой, была немного выше, чем дорога, и одновременно была подпорной стеной, потому что по весне меня постоянно подтапливают со стороны дороги. Была выкопана маленькая траншея, буквально глубиной на дно лопату. В этой маленькой траншее на 1.5 метра сделал лунки 150 буром и забил туда трубы. К забитым трубам я приварил еще сверху еще одни трубы, которые же в дальнейшем станут частью забора. Просто залить бетон без арматуры не получится, поэтому связываю арматурный каркас и закрепляю ее к ранее приваренным трубам. На низ подкладываю пенопласт толщиной 50 мм. Он будет брать на себя роль демпфера во время получения грунта. В качестве опалубки я буду использовать шифер. В этом мне поможет... Thank you.
Достаю бетономешалка, устанавливаю подпорные лапы и начинаю замес. Замес у меня, как всегда, стандартный. Одно ведро цемента, три ведра песка, 5 ведер щебня. Плюс я также всегда активно использую пластификатор. Фибру не добавлял, потому что в этот раз она не актуальна. Щебень, естественно, был вторичный. Почему? Ну, потому что у нас бюджетный вариант, и он стоит в 3,5 раза дешевле, чем первичка. Про боярский вызов миксера я вообще молчу. На момент съемок, который вы сейчас видите, куб бетона марки М250 стоил 6300 рублей за куб, плюс 4000 доставка. По-русски куб бетона стоит 10300, 2 куба стоит 16600, 3 куба стоит 22900. Ну, то есть, можете себе представить, насколько нужно быть богатым крестьянином, чтобы заказывать себе миксер на каждую маленькую заливку бетона. Поэтому бетономешалка – мое все. Единственное, когда поясница сильно нагревалась и я чувствовал дискомфорт, в избежание травмы я одевал монтажный пояс. В будущем возьму себе уже более-менее пошире. Как всегда, я не забываю использовать вибратор, который мне подарили подписчики. Он помогает лучше уплотнить бетон, чтобы подпорная стенка была еще прочнее. На все про все, точнее на долитие бетона, у меня ушло где-то 5-6 часов, без напряга. Через несколько дней я поспиливал все лишние торчащие элементы из подпорной стены. И также спилил лишний шифер. С помощью грунта и песка я наконец-то доделал четвертую сторону отмостки и тщательно все утрамбовал и пролил водой. Теперь возвращаемся к цоколю. Момент из хроники мастерства. Цоколь постоянно подвергается решительному воздействию окружающей среды. Страдает от влаги, а зима вообще может померзать. В результате холод и сырость проникают внутрь дома, что ведет к увеличению затрат на отопление. На цоколь и фундамент приходится около 20% теплопотерь. Поэтому утепление основания дома так же важно, как и теплоизоляция стен. Утепление цоколя не только повлияет на температуру и влажность в доме, но и убережет фундамент от разрушения. Теперь осталось прикрепить гидростеклоизол к цоколю. Крепление сделаю одновременно с утеплением. Цоколь я буду утеплять КПВС толщиной 50 мм от бренда Pinoplex. Основание фундамента я утеплил тоже Pinoplex марки Фундамент, толщиной также 50 мм. Отмостка и цоколь также буду утеплять Pinoplex толщиной 50 мм. Хотел, конечно, сделать 30, но калькулятор по промерзанию грунтов
который есть на сайте Pinoplex, подсказал, что минимум нужно сделать именно 50. Я так и делаю. С сочетанием отличных теплозащитных свойств и требований для нижней части здания на любое водоплощение может похвастаться только Pinoplex. Его коэффициент теплопроводности является одним из самых низких среди традиционных утеплителей, составляет не более 0,34 Вт на квадратный метр. Также одним из преимуществ утепления цоколя пеноплексом является то, что он никогда не станет благоприятной средой для развития плесени или грибка и не подвергнется биологическому размножению, потому что отличается абсолютной биостойкостью. Из моих роликов вы уже знаете, что материал очень прочный, имеет гигантский срок службы, экологичный, и из всех ЭПС, которые есть на рынке, я пользуюсь исключительно пеноплекс. За 4 года моей стройки он себя хорошо зарекомендовал в работе, а искать альтернативу не вижу смысла и в этом нет необходимости. Мне хочется просто купить изоляционный материал, произвести утепление и больше ни о чем не думать. Пеноплекс для этого идеально подходит. Ссылочка на качественный материал я оставлю в описании. Так как отмостка уже ранее была утеплена, то вернуться как было мне в принципе не стало труда. Делал не торопясь и красиво. Основная цель – это чтобы гидростеклоизол заходил нахлёстом на цоколь и пеноплекс его плотно прижимал, чтобы вода вообще никак не могла попасть как-то в отмостку, а уж тем более под фундамент. Внимательный зритель наверняка увидел, что я креплю на 2 гриба, а не на 3. Это связано будет со следующим этапом моей работы. А следующий этап – это нанесение штукатурки на утеплитель. А следующий этап – это нанесение штукатурки на утеплитель. Для начала подрезаю все лишнее и прохожусь по утеплителю железной щеткой. Очищаю веником от мусора всю отмостку и прохожусь по утеплителю закрепляющей грунтовкой. Это чтобы штукатурка лучше держалась на утеплителе. Подготавливаю фасадную сетку, нарезаю ее по размеру и готовлю штукатурный раствор. Наношу штукатурку на утеплитель зубчатым шпателем, натягиваю фасадную сетку и с помощью третьего гриба надежно ее прижимаю, чтобы никуда не убежала. И уже в конце обычным шпателем разглаживаю, и получается вот такой вид. Кто-то скажет, что от цоколя там одно название, но не стоит забывать, что фундамент у меня всего лишь 20 см, а не настоящая царская плита толщиной в метр. Вот там бы был цоколь так цоколь.
Ну и финальный этап – это отливы. Ну, то есть нормальные люди идут на рынок, а крестьянские идут на сада, там всегда что-то есть. В моем случае это так и было. Я нашел на своих садах оцинкованный отлив. Я не помню, откуда они у меня, для чего их там складирую, но они есть, и их нужно просто слегка подрихтовать под мой цоколь. Монтаж отливов тоже решил запихать в этот ролик, ну потому что это является неотъемлемой частью цоколя. Не стал делать трехчасовую версию, как там нужно напилить и закрепить отлив, я думаю, это в принципе ни к чему. Проще либо купить готовый, либо вообще его не делать. Нарезал все отливы в размер для своей мастерской, а для загиба буду использовать обычный дверной косяк. Ничего сложного, возможно, слегка будет неровно, но это мы потом задекорируем. Подготавливаю углы с помощью угольника и клепочника. И приступаю к монтажу, начиная с углов и далее с нахлёстов в сторону отсутствия отливов. Все стыки потом в будущем я пройду силиконом и все это закрасится, а пока монтирую прям так. Все отливы между собой скреплял клепками, а сверху сильно не крепил, так в дальнейшем будет монтироваться шифер. Он как раз придавит наш отлив, как полагается, как положено, мощно, надеюсь, мы ничего там не порвем. Второй этап по возведению и монтажу сырьевой отмостки полностью готов. Следующий этап будет третий, это монтаж и производство ливневки. Всего этапов 4, в четвертом будет уже непосредственно дорожка. Это уже делается в конце, оставляется и красиво, классно, и не нужно ничего опять копать, носиться с бетоном, с цементом и с красками. Поэтому третий этап как-никак, но его нужно сделать. Ну а пока все, давайте, не болейте, не скучайте, до встречи!